Сергиево-Посадском ЗАГСе состоялось торжественное вручение паспортов. Свои первые взрослые документы получили 14 школьников. Перед началом церемонии Таисия Долгушева из 18-й средней школы призналась в том, что с нетерпением ждала этого события. Мне исполнилось 14 5 августа. Я готова к получению паспорта, скорее 50 на 50, потому что волнение все-таки есть. Маленькое, но оно все равно присутствует. Родные переживают ничуть не меньше своих детей. Получать паспорта в торжественной обстановке особенно волнительно. Это первый документ, серьезный новый этап в жизни для детей. Что они стали взрослее, что у них теперь паспорт, и у них есть какая-то ответственность. Права и обязанности гражданина Российской Федерации закреплены в Конституции России. Ваша главная обязанность – это хорошо учиться в школе. Быть патриотами нашей Родины, знать ее историю, знать историю своего родного края, знать историю своей семьи. Поздравляю вам, здоровья, успехов в учебе. С каждым годом церемония получения паспортов в торжественной обстановке набирает популярность. Традиция вручать первый главный документ празднично под музыку и с поздравлениями зародилась в 2018 году. Уже несколько лет она получает свое развитие. Инициатором стала Елена Эрнстовна Филатова, начальник Главного управления ЗАГС Московской области. Это была ее идея, которую поддержали практически все муниципалитеты, и в том числе и Сергиев Посад. Финальной точкой важного события в жизни 14 школьников Сергиево-Посадского округа стала памятная фотография. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».